Стрелять без предупреждения! Проклятие! Спрятался! Не хочу уже пойти с рыбака. Одно удовольствие. На улице мне показывали, как вязать сеть. Приятно вернуться после столько лет. Застрелите его! Не подпускать его к кораблю! Не стреляй! Это ведьма! Не стрелять! Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Она недалеко. Недалеко, белый волк, ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Но хватит об этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. Хм. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо. Пусть будет так. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго. Можете снять с нее двемерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилия, давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. А меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Геральт. Ты хорошо выглядишь. Для узницы Эмгера, ты хочешь сказать? Удивительно мягко с тобой обошелся. Никаких допросов, пыток. Ты просто рассказала ему все, что он хотел знать. Если бы я рассказала ему все, то зачем бы ему оставлять меня в живых? Впрочем, не будем об этом. Мои дела с некоторых пор тебя не касаются. Прощай. Мёртвых,
Не торопись. Thank you.
Просто замечательно. Эй, посмотри. Ведьмак. Пойдем. И что теперь? Собираешься отрастить себе новые глаза, как видим? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но... Надо думать, ты упомянул этого извращенца совершенно случайно. Естественно. Надеюсь, ты не собираешься разгребать эту падаль. Мы не за этим пришли. Теперь заберемся наверх. По лестнице.
Сейчас я ее починю. Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис плохо влияет на Цириллу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в родителей? Да, так что если хочешь притиснуться пятой, у нас уже просто нет места. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис плохо влияет на Цириллу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в родителей? Да, так что если хочешь притиснуться пятой, у нас уже просто нет места.
гнусный же ты. Посмотри. Что теперь? Похоже, мне все придется делать за тебя. Видишь стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж Фиалам, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь? Прошу. У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на Императора, если он гарантировал ложе безопасности. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ты правда хочешь просто так поговорить об этом безо всякого... Геральт, я устала, давай присядем и поговорим. Тебе так важны предварительные игры? Лучше поговори с Йеннифер. Даже я вижу, что между вами остались какие-то нерешенные дела. Йеннифер всегда была сама по себе. И это действительно трогательно, что теперь она решила позаботиться об интересах ложи. Если ты не доверяешь, после победы над дикой охотой можешь поискать убежище, например, в Ридании. Или сунуть голову в пасть Риггеру. Спасибо. У меня другие планы. Тебе не нравится перспектива работы на Императора? Наоборот. До сих пор самой большой ошибкой ложи была ставка на слабых властителей. Тебя влечет то, что Имгир держит своих чародеев на коротком поводке, да? Йеннифер старалась не вмешивать тебя в политику, и была права. Ты бы не сориентировался, откуда дует ветер, даже если бы описал себе штаны. Договор с Имгиром — ваше дело. Ты не со мной об этом разговаривай. То есть она тебе ничего не сказала? А что она сама собирается делать? Разве она не хочет стать советницей молодой, многообещающей императрицы? Держись подальше от Цири. Она уже взрослая, Геральт. Ты все время забываешь, что она уже может решать сама за себя. Так что, идем? Тебе не кажется, что пора уже перестать вмешиваться в жизнь Цири? Нет. Ты же знаешь, что не можешь отгонять нас от нее своим мечом, как стаю волков. Могу, и сделаю это, если придется.
Погоди. Тут что-то есть. Чувствуешь? Нет. Мой медальон... Не смеши меня этой своей висюлькой. Настроиться на магию эльфов куда труднее, чем почуять смердящего беса. Смотри. Архан Люмар! И что? Это значит, солнечный камень где-то здесь. Ну, что стоишь? Попробуй подвигать зеркала.
наконец-то. Давай его мне и пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Дай угадаю, ты должна лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. Не волнуйся. Император наверняка найдет тебе какое-нибудь занятие. Перестань острить и слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно. Потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. Ты все это говоришь, потому что... Когда мы разгромим дикую охоту, ты собираешься ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни. Думаю, Трис будет возражать. Ах так. Тогда дай Йеннифер дружеский совет. Тебя она послушает. Ты хочешь занять место Йеннифер при Имгире? И при Цири. Ты понимаешь, что это случится, так или иначе. И я действительно предпочту, чтобы Йеннифер в этот момент была далеко. Содержать ее в императорских казематах слишком дорого. И потом это будет производить плохое впечатление. Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. Тебе что-нибудь нужно? А может, Ларс принесет с охоты зайчих шкурок?
Давно я говорил то, что ни один Нотлин не поймет островов. Это Скеллиге! Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свой... Бывай. Добрый бы из тебя вышел, Марин. Твою лабораторию. Не сомневаюсь. Зачем вы вообще туда пошли? Могли бы просто спросить меня. И ты рассказал бы нам все о том, как забавлялся с геном старшей крови. Я не утаивал от вас ничего, что могло бы пригодиться в битве середины. Что до старшей крови. Все вы отдаете себе отчет в том, что Цири уникальна. Просто я единственный, кто знает, насколько. А может, ты просто помешан на ней? Я? Да, Геральт? Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном? Ты не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйли столько знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Дорн. Мы встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Расскажи что-нибудь об этом Карантире. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности, которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал Карантир. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. Когда мы используем солнечный камень. Почему ты считаешь, что Иридин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы с белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем. Так что Иридин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Диллиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала, а Гелван умер от тоски. Мы не заставим Иридина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помни только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь.
Вы займете позиции на скалах. Здесь, здесь и... Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать. О, Геральт, мы тебя ждали. Правда? Я-то решил, что вы уже начали. Мы обсуждали вопросы магического характера. Для тебя ничего интересного. Верно. Я ведь простой ведьмак. Простой, но ужасно закомплексованный. Не сейчас, Гер. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн-Эйли. А Императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж. Под командованием принца Аваратры. Ты поддержишь их. А ты? Что будешь делать ты? Я буду ждать в резерве. Если что-то пойдет не так, я среагирую. Ага. Как генерал, командующий отрядами с холма. Ты будешь отдавать приказы сигналами Рога? Или через адъютантов? Блестящая ирония, но чем я ее заслужил? Разве я давал хоть повод усомниться в моих намерениях? Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагльфара. Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Ты не имеешь права ей приказывать. Забавно. Зираэль сказала то же самое, только значительно громче. У меня есть такое право, потому что только я могу активировать камень. Я буду делать это на своих условиях. Или не буду вовсе. Зираэль согласилась с этим доводом. Уверен, что ты тоже. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять! Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да. Старшая кровь бывает горячей. По своему опыту могу сказать, что запретами от Цири ничего не добьешься. В результате она все равно все сделает по-своему. Надеюсь. Что? Неважно. Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Или ты сразу пойдешь со мной? Не будем терять время. Чем раньше все закончим, тем лучше. За мной. Сердце твое? Это что за заклятие? Это же любовное письмо. Как я говорил, камень должен был объединить возлюбленных. Не думала, что скажу подобное Эридину. Айн Верели, Кира Найт, Адар Эйхблен, Эйдене.
Побрякушка сработала. Они близко. Фар где-то здесь. Абсолютно тихо. Это засада.
Почти, Хироэд. Почти. Изгадят. Хорошо. Давай заканчивать. Yeah.
видел Сири? Он Адельфара! Утопил вас, ублюдки! Но будет черт под ваших трупов! Что скажешь? Заткнись и дерись! У тебя был шанс. Я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. Позже. Когда ты будешь умирать? Смотрел.
что? Что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цирил. Я тебе не верю. Ты знаешь? Я знаю только, что Авалак нас, возможно, предал. Что там? Шторм? Геральт, смотри. Спешите.
башню магическим барьером. Сможешь его снять? Снять? Нет. В лучшем случае я сделаю в нем пролом. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, Ян, мы войдем оба? Нет. Ты пойдешь один. Я вернусь к тебе с цепи. Ясно. Агарет! Фейерганы Агарет! Давай, Герет! Со мной все в порядке. Иди, иди. И передай Валак мой пламенный привет. Надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен. У меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. О своих планах ты решила не предупреждать? Знаю, знаю, я должна была сказать, но я боялась, что ты не поймешь. Похоже, у Йеннифер подросла достойная смена. Пойдем отсюда, прошу тебя. Позже, Геральт, когда я вернусь из башни. Если вернусь. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Запудрил тебе мозги байками безумной прорицательницы. Ты ошибаешься. Белый хлад действительно близок. Миры будут замерзать один за другим. Всякая жизнь исчезнет. Авалак дал мне выбор. И я уже все решила. Я должна остановить это. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. Позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу. Не сейчас. Геральт, поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму. Пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки.
прошу за мной. Теперь страшно на улицу выйти. Господин капитан! Докладывай! Новиградская делегация до сюда полдня пути. Ну что там с Иераком Новиграда? А что с ним? Возвращайся на заслуженный отдых или сразу в Дарнруах? В его возрасте... Вэнтерзэр, эсэдэ твэнатас инш... Его Величество ждет. Насхан Эсгвин. Довольно. Говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак, эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннефер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? Меня кое-кто ждет. Трис Меригольд? Не бойся. Я не собираюсь ее преследовать. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Мы не говорили о тебе. Я понимаю. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше помощь нужна? Так мы и сами справимся. Это точно. Еще как справимся. Бочки-то доверху полные. Но сейчас мы чутка отольем. Грядут перемены. Это точно. Нильфы бегут. Оказалось, ничем ты их не возьмешь. Вот и венцо свое бросили. Вам точно помощь не нужна? Да справимся как-нибудь. А вы куда? До корчмы надо думать? Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого Нильфгаардского лагеря. Бывайте.
быстрее с колесом. Или хотите остаться тут? Помахать ручкой Родовиду? Пошла. Держи. Мастер Орд. Что-то его задержало. Ты опоздал. Солдат! Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной. Вес неполных 40 унций. Сердечник из сидеритовой стали, окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Красивый. Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Ручаюсь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, мастер Орд, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели надпись. Зираэль. Ласточка. Руны старшей речи. Классической. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел подмастерьям поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про стрыгу в Мариборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак! Защитником. Отныне благородный Дагбар берет эти земли в милостивое владение.
Все прочие налоговые повинности и выплаты великодушно упраздняются. Если б не мы, сидели бы тут черные до Йоля, а то и дольше. Все? Да. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это закуролиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. Это твой. Ведьмачий меч. Ласточка. О, чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка. Значит, надо его испробовать. Война с Нильфгаардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Ротавида, королевство Нордлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмхрина. Черные знамена взвелись над Новиградом и Ридами. Измученный неустанными набегами тимерских партизан, Эмгыр Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего лидера. Тимерцы сложили оружие, а император благодаря этому смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгаарда, тимерцы вновь обрели свою отчизну, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливый сюжет. Расправившись с Ротавидом, Эмгыр Вар Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов, император не знал жалости. Как всегда. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керис начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Цирилла Фиона Элена Рианон, наследница Нильфгаардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Гомер. А как же Геральт, спросите вы? А что такого с ним могло сделаться? Он вернулся к своему ремеслу, жил от заказа до заказа, вечно в дороге, вечно без денег. Иногда мы встречались с ним за рюмочкой чего-нибудь крепкого, чтобы вспомнить старые времена и задуматься, что было бы, если...